Фокина прошел спектакль «Что творят мужчины». В главной роли Сергей Астахов, актер театра и кино, лауреат Российской театральной премии «Чайка». Подробнее смотрите в сюжете, который выходит в эфир в рамках реализации проекта «Культура в событиях города». Мир театра безграничен, и его фантазии тоже. Интересные сценические находки и абсурд, и эксцентрика, и даже цирк. В постановке «Что творят мужчины» множество ярких актерских превращений. Актеры перевоплощались так искрометно, с тонким юмором и иронией, что зрителям вместе с ними было и весело, и грустно. Исполнитель главной роли Сергей Астахов корреспондентам Тихоокеанского телевидения рассказал о том, что долгое время жил в Хабаровском крае, в городе Совгавань и в поселке Ванина. Отметил, что люди на Дальнем Востоке по-особому добрые и отзывчивые. В рамках большого тура по стране небольшая группа приехала в наш город с постановкой режиссера Александра Круглова. Видишь бабушку? О, ну я вижу бабушку. Ты видишь бабушку? Хорошо. Выходишь из лифта? Выходишь из лифта? Тихонько. Нет, лифт все, должен поехать. Выходишь из лифта? Открываешь дверь, пропускаешь бабушку, бабушка уходит, и потом давай. Стоп! Как ты идешь, покажи! Нет! А где ты-ды? Я в первый раз в жизни вижу такого кока-цензора, который вдавался бы в такие подробности. Да потому что это неправда! Ой! Не верю! Которые не верят ни во что. Им говоришь, ребят, давайте попробуем. Они, да не знаю. Ну давайте возьмемся, да не получится. Сами ни черта не могут сделать. Действие пьесы разворачивается в революционном Петрограде в 1920 году прямо на сцене театра. Через неделю премьера, но написанная автором пьеса, никак не принимается новым редактором, который ничего не понимает в театре, потому что он бывший моряк и видит театр по-своему. Он собирается на броневик и только хочет произнести свою полуламенную революционную речь, как вдруг в толпе видит девушку. С косой, да, не просто с косой. Это Алёнушка! Смотрит мне влюблёнными глазами и говорит: а ты будешь есть кулебяку, которую приготовила английская королева? Как герою поступить в такой непростой ситуации? Пойти на поводу у цензоров? Или довести их поправки до абсурда, до гротеска, до фарса? Как славировать и спасти пьесу? Вы что хотите от меня? Чтобы я не дышал? Вы что хотите от меня? Чтобы я не дышал? Корячусь перед тобой. Нет, Степ, ты не обижайся. Это же не про тебя, я в общем. И вот тут я понял, что ни один, ни другой путь не выход. И вот тогда я решил. Я буду исполнять все требования цензора, все до единого. Какие бы глупые, бездарные, пошлые они ни оказались, все. Но я доведу их предложение своей песни до таких острот, до такого гротеска, до юмора, до смеха, до коликов и все. Несмотря на комедийную часть пьесы, актер заставил зрителя задуматься, прислушаться. В интервью он поделился мыслями о ситуации, которую сейчас переживает наша страна. Чем больше я узнаю историю, чем больше я читаю, смотрю про то, как жила наша страна на протяжении последних, условно говоря, 100 лет, тем я больше понимаю то, что есть какие-то силы, которые
на разных этапах нашего времени, допустим, 1812, 1907, 1913, 1917, 1941, 1991 и сейчас. Всячески пытаются сделать так, чтобы вообще нас не было. Ну, не хотят они, чтобы вот мы были. Кому-то это, в это трудно поверить, а мне нет. Можно много говорить о политике, о том, что нравится и не нравится, но нельзя потерять свои корни, свои истоки. Если забыть историю, не останется ничего. Актер с твердой уверенностью говорит о том, что наша страна станет сильнее. Я надеюсь, у многих откроются глаза и поймут, что свой дом надо защищать, что с нами Бог по-любому, с нами правда, и то, что в нашей стране все возможно, и самое, я имею в виду, хорошее, что наша страна – это тоже страна возможностей, как бы ни утверждала Америка, что только у них может все случиться. У них случается как хорошее, так и очень плохое. Что никогда мы не должны забывать про то, что мама и папа, а не родитель номер один и номер два, и так далее, и так далее. Не уходить от своих ценностей и ничего не бояться. Повторюсь, если надо, и мы пойдем. Я служил в армии, я приблизительно помню, с какой стороны у нас находится затвор. Так что разберемся, и все будет хорошо. Может быть, даже лучше, чем вы думаете. Все происходящее на сцене было адресовано зрителю. Великолепная игра актеров Фокинцев не оставила равнодушными. Мы получили огромное удовольствие. Просто даже нет слов. Настолько все прекрасно. Великолепные актеры, великолепная атмосфера, прекрасный спектакль. Замечательный спектакль, хотя, в принципе, насколько я поняла, не по названию. Но заряд бодрости, наверное, на всю весну. И прям позитива такое. Молодцы, мне очень понравилось. Спасибо, что приглашаете, спасибо, что приезжают к нам люди. Очень веселый спектакль, прям хорошо провели время. Потрясающая игра актеров, очень смешно. Мне понравилось. Почаще нужно приглашать таких актеров в наш замечательный город, потому что достаточно у нас здесь интеллектуальных людей, которые вполне способны понять и прочувствовать такие мероприятия. Спектакль «Что творят мужчины» получился целостный и немного философский. Это был как раз тот случай, когда сарказм и пошлость не помешали друг другу, а достигли определенной степени гениальности и из-за неожиданного обаяния главных героев, и из-за остроумно завуалированного сюжета. Юлия Цыганова, Хафиз Басыров, Тихоокеанское телевидение.